Доброе утро всем. Заранее хочу попросить прощения за то, что я буду разговаривать на русском языке, потому что есть сложности в понимании украинского языка, так как присутствуют люди из других стран. Я сегодня хочу поделиться отзывом, своим личным опытом, который произошел буквально недавно, недели две назад. И у нас произошло нападение собаки на мою маленькую дочку Настю, 5 лет. Произошло, как следствие, рваная рана верхней губы. Помимо антибиотиков, которые нам назначили, помимо мази, которую мы мазали рану, мы ее заклеивали, обрабатывали, дезинфицировали, помимо всех этих процессов, я еще добавила вот такой вот Q10 убихинон, энзим молодости. Носили мы прямо на рану. Оно в виде такого масилка. Сейчас я вам покажу. Это масло. Вот. Если его вот размазать, это масилка. Оно остается на коже таким вот блеском. Ну, впитывается. Есть у меня вот водичка. Сейчас мы посмотрим, что происходит с ним, когда мы добавим в воду. Вот, смотрите. Капельки. Никакого жирного следа на поверхности воды нету. Его можно пить внутрь. Помимо внутрь, то, что я давала ребенку, я еще мазала. Смотрите, до сих пор остался след такой вот масляный. Я мазала на рану Насти. Помимо этого, я добавила еще вот такой вот детский витаминно-минеральный комплекс для восстановления всего организма. Тут витамины, очень много их, витамины группы В, С, кальций, цинк, минералы, очень много минералов, витамин D. То есть в составе можно почитать, что здесь есть. Помимо этого, я добавила еще бьюти. Это пептиды жидкого коллагена. Обычно очень хорошо волосы, ногти, кожу восстанавливает, но в данном случае, почему я добавила? Потому что это мягкие ткани. То есть нужно было очень хорошо, деликатно восстановить их. Пептиды жидкого коллагена отвечают за эластичность тканей. И очень хорошее восстановление происходит, если в комплексе еще вот добавить Q10. Помимо этого, так как непонятно, да, что за собака, какое там могло произойти поражение и занесение инфекции в кровь, мы добавили еще дедринг. Вот такой вот мощный, он уже закончился у нас, да, то есть Настя его с удовольствием пьет. Здесь очень много овощей, вы можете посмотреть, какой перечень есть. Ну, на вкус оно такое, как сено, но никакого такого другого вкуса, какого-то такого синтетического, как есть, нету. Как я, например, пробовала и много тестировала разные продукции. Здесь очень хороший такой приятный вкус, насыщенный зеленый цвет. Настя говорит, дай мне вот это вот вкусненькое. Ну, как трава напоминает по вкусу. Что оно делает? Он очищает полностью весь организм. Даже если попала туда инфекция, то есть он очищает кровь. Мощный детоксикатор. Помимо этого, мы все равно пропили антибиотики для того, чтобы перестраховаться и действительно не занести, чтобы инфекция не осталась в крови. Плюс к этому мы еще добавили Basic, у нас сейчас его нет, мы уже его выпили, для восстановления желудочно-кишечного тракта после приема антибиотиков. Вот. Что меня поразило в этом действии, когда мы пришли через 10 дней на снятие швов, у нас их было 5, я говорила, что я мазала вот Q10 прямо на ранку 2 раза в день по возможности, если Настя оставалась дома на выходных, то есть это было чаще. Вот. Когда мы пришли на снятие швов, хирург, которая делала нам такую мини-операцию, она удивилась, очень приятно, говорит, у вас очень хорошо зажила ранка, что вы делали? То есть она очень мягко, деликатно и быстро восстановилась. То есть, ну, есть такой небольшой шрамчик, ну, это дело времени, но хирург с медицинским образованием очень была приятно удивлена. Рана затянулась, зажила за 10 дней, с минимальными какими-то последствиями. Поэтому рекомендую вам разобраться
в действии этого продукта, потому что продукт уникальный. И я делаю и делюсь с вами опытом не для рекламы, не для того, чтобы там заработать какие-то деньги. Мне это не надо. Я делюсь своим опытом, своим наработками, своим мнением, потому что я принимаю эту уже продукцию, и дети мои пьют уже 2 года. Я вижу колоссальные результаты не только по ним, но и по себе, и по маме, и по родственникам. Предлагаю вам разобраться в действии этого продукта. Ну, а я буду делиться и дальше своими наработками, лайфхаками, отзывами, своим опытом. Если вам интересно такой формат, видеоформат, напишите в комментариях, интересно или нет, чтобы я понимала, как лучше с вами коммуницировать, как лучше вы будете давать мне обратную связь. То есть для меня это очень важно. Спасибо.